Конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина» стал уже традиционным. Он проводится в Подмосковье более 10 лет, и с каждым годом количество участников только возрастает. Цель данного мероприятия – дать такой шанс ребятам показать и проявить себя. Ведь именно с этого начинается Родина, с реализации человека у себя, в стране, у себя в городе. В этот раз на отборочный тур было подано более 150 заявок со всей Московской области. В финал конкурса вышло 68 участников. Это и сольные исполнители, и коллективы. Они и приехали в Видовскую школу искусств, чтобы побороться за победу. Здесь очень отличная школа искусств, очень современная, оборудованная. Мы выбрали именно это место, чтобы здесь провести данный конкурс. Он подходит всем, по всем параметрам, так сказать. Нам нравится, участникам нравится. Певцы выступали в трех номинациях. Репертуар конкурсантов оказался весьма разнообразным. Самир Кунченко решил исполнить всем известную песню «Синяя вечность». Парень не имеет музыкального образования, но долгое время был солистом вокального ансамбля в городе Севастополе. Сейчас Самир учится в техническом колледже в Егорьевске и успевает заниматься творчеством. Главное показать чувства. Ведь зрители и слушатели, все, кто слышит, они оценивают, конечно, таланты именно в плане вокальных. Но чувство – это самое главное. Анна Прилепина мечтает стать профессиональным музыкантом. Сейчас она готовится к поступлению в высшее учебное заведение, а пока активно гастролирует. В этот раз она исполнила композицию «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь». Я, конечно же, патриот страны, мне нравится об этом петь. И, с другой стороны, мне просто нравится русская музыка. Тем более, это русская классическая музыка. Оценивал таланты и творческие способности участников профессиональное жюри, заслуженные артисты и известные исполнители. Также конкурс посетил знаменитый джазмен, народный артист России Игорь Бутман. Замечательный конкурс для молодежи, тем более для талантливых, все создано и создается для того, чтобы все это, конечно, поддержать талант в какой-то степени, если это действительно выдающийся талант, то дать ему возможность действительно развиваться, учиться, представлять его на конкурсах, на концертах, потому что это тоже для нас огромное наше достояние. В каждой номинации выбрали трех победителей конкурса. Их отметили дипломами и призами. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Елена Кошелева, «Видное ТВ».